Мы собираемся в кемпинг. Это еще не все. Еще пару сумок дома. Начинается наш уикенд в Сардане. Здесь горка, бассейн. Вот идут наши парни. Федя и Степа. Похоже, они идут к озеру. Может быть, будут прыгать с вышки. А мы со Шуркой. Пока дети заняты. Мы со Шуркой наслаждаемся тишиной по-взрослому. И пирогом с рабарбаром. Так, ну вот здесь. Мы с Кириллом. С Кириллом. Федя с Кириллом. Хувет. Такой классный здесь бассейн развлекательный. А Саша куда-то ушел. А Саша ушел в бассейн убежал. Для плавания. Пошли искать его. Саша... Давайте. Сашка, мы его нашли. Это для спортсменов. Так, мальчишки попали в водоворот. Очень серьезный напор. Ничего не поделаешь, приходится отдаться течению. Давай, Санька, ну давай быстрей! Санек, давай, работай! Это наша волейбольная команда. Федя, Витя, Степа, Саша, Фед и Кирилл. Волейбольный турнир. Так, процесс идет. Кто хочет, приходите. Это все наша компания. Наш новый друг. Санек, Витя, Федя. Вот там. Ну, это, в общем, новости. Смотрите. Вот там вот Федор украл Витю лодку на дугу. Федор утащил лодку и уплыл на ней вниз по реке. И он уплывает. Очень на холодно. Ней вода ледяная, это горная река. Он уплывает на ней в Америку. Да. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. Когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде. Ритуально сжигаем все печали, все беды. Ну, вообще весь мусор. Тут явно есть парочки дружественные. Так, что это? Что это? Что это? Что это за красные штаны бегут? Сними, как я палкой супер обращаюсь. Давай. Ну нет, ты это не вырежешь. Ты вырежешь. Не буду. Не будешь вырезать? Нет. Тогда... Если получится, супер. Сейчас я опробую на тебе свой прием. Нет, тогда лучше вырежу. Это кемпинг. Да, я встал в 6 утра. Да, вот такие здесь умывальнички. Есть специальная зона для с посудомойками. Так вот все это уютненько, приятненько выглядит. Мальчишки готовят кофе. Папа, мне важно, и завтрак. Научить делать ножи. А вот наша палатка. Да. Но конечно, я в ней не спал. У мальчишек профессиональная игра в фрисби под руководством Петра. Он похож на тренеров в шапке. Нет, если ты не наешь, я скажу. У нас перекус. И запивон. Замахова. А принесу. Это все наши друзья. Эй, Кирилл, ты что? Второй раунд гриля. Которая может расколоть любое стекло. Смотря в какой точке. Будем испытывать стеклобой. Любой предмет. Так, отошли все. Ты со мной читай. Ты еще не умеешь, наверное. У нас у Степы день рождения. Ему сегодня 12 лет. 12.
Нет, Федя сам все забыл. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения наш Степа. С днем рождения тебя. Ура! Молодец! Мы пришли в Flip-Flap, новый батутный центр. Будем сейчас его изучать. Очень много разных аттракционов. Вот один попрыгунчик, второго пока не видим. Есть баскетбол с целями. Есть такие. Там где-то далеко-далеко Степа идет, изучает, какую бы ему паркур-линию пройти. Так, у нас продолжается праздничный день. Мы вышли к озеру. Немножко покрутиться и полюбоваться видами на закатное озеро. Скажи, Федь, что случилось? Он не знает, какая из них мама. А, нет, все знает. Знает, нашел маму, все нормально? Лебедь. Лебедь? Большой. А у лебедя? А лебедята такие страшненькие. Он, кстати, шеей так, он клювом на дно там всякое достает. Достает какую-то вкусняшку. Он такой красивый. Красивее. Она защищает своих деток, смотри. Так, Федя сегодня вратарь. Степа нападающий, Владимир и Володев, и Даня и Саша в противоположной команде. Вот вратарь должен занять как можно больше места в воротах. Нет, вратарь должен быть как можно больше. Так, а у девчонок там свой пикник. В этом году Стеша заигрывает с Федей, и его еще атакует Алиса. Я с вами против него теперь. Непросто ему. Праздновали день рождения Ромы. Мальчишки выпили колы. Теперь у них такие танцы. Когда у папы попробовал один маленький глоточек. Я вышел из офиса. Поворачиваю в сторону Цюрихфест, в сторону озера. Уже слышу, что играет музыка. Наверное, начался фестиваль. Сейчас посмотрим, что там происходит. Бурхли-плац. От Италии до Пакистана. Кухни народов всего мира. Даже еда из Эфиопии. Мы остановили свой выбор на бургере Патрон. Аттракцион выбрали мальчишки. Помахайте ручкой маме и папе. А где же наши мальчишки? Вот они. Вот они. Как тебе? Это очень круто! Понравилось? Я хочу их! Это круто! Пошли еще посмотрим! Я надеюсь, нет. Мы катаемся на аттракционах. Это очень страшно будет! С вами Саша, Степа, Федя и Миша. Погнали! Готов? Мама, папа! Федя! Федя, скажи что-нибудь. Нахмаль! Сашунка, как дела? Степа! Степа! В комнате страха идем, боимся всяких страшных штук. Федя, у тебя глаза открыты? Да. Страшно? Да, очень. Скоро конец. Очень страшно. Дети уговаривают Сашу прокатиться на
страшной карусели. А Саша пока... Мы только что с папой были в комнате страха. Я умер. Везде какие-то активности. Здесь какой-то выступает на тросе человек. А, вот еще справа, смотри. Вот, смотри, там еще один. А вот еще! Вот еще! Мы катаемся на карусели! Очень-очень высоко! Ой-о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 й! Класс! Ну, вообще-то это так, интересное ощущение. Нравится вам? Смотрите, какая высота, мальчишки! Это Цюрих Фест. Раз в три года проходит это прекрасное мероприятие. Начали скульптуры Никиты Сенфаль-Ангел, перешли к шару из золота. Которая простиралась на огромную территорию. Мы сейчас будем спускаться в секретный подвал. Не надо, не надо, Саш, Саша. Попали в подвал. Здесь таможенный пост, который назвали Турику. И вот этим камням вот так. То есть вот это как раз упадок, это вот свидетельство упадка. Да, мы теперь двигаемся обратно. Вот так вот. А тут камни даже нет. На этажи. То есть верхний этаж, это отличается интеллект, то есть он говорил, что он может определить, умный человек или нет. То есть, например, были нормальные улицы, по которым ходили люди, и были вот такие узкие мусорные улицы, куда просто сбрасывали весь мусор. Туалеты вот были. Такая прекрасная история. Про Карла Великого, змею, кольцо и жабу. Это там мальчишки. Макар, ты как? Это пипец, это было вообще... Это вообще не страшно, челы. Просто укачало. Дед, как настрой? Сейчас затащу капсу, правдики, сейчас, сколько телефонов. Макар, как настрой? Мальчишки, помахайте в камеру, кого видно. Так, мы поднимаемся сейчас над Цюрихом. Наверное, это будет страшно. У нас обзорный полет над Цюрихом. Так, вот наши дети. Здесь вся наша компания. Любуемся этими видами шикарными. В какой-то момент мы полетим вниз. Oh!
Это фигня! Это фигня! Вообще фигня! Требует специальной подготовки. Нужно закрыть эти бары пипочками. Ну и дальше мы проходим вот в эту зону, паркуем велосипеды среди вот этих монстров за много-много тысяч. Приготовление, сборы, упаковочка всего этого в сумочке. Здесь мы будем переодеваться. И потом будем вот в этом море велосипедов искать свои. Самая знаменитая углеводная загрузка триатлетов. Сейчас она происходит. У нас тут велики нормальные на Айронмене. Корзиночка, ягодки. Моторчик есть у велик, так что ну не пропадем, норм. 180 км можно. Мчимся. Айрон начался. 9 июля, воскресенье. 5:30 утра. Очень свежо, так что мы утеплились. О, вот она, это самая предстартовая праздничная обстановка гонки. Последнее приготовление. Накачивание колес. Очередь в туалет. Намазывание вазелином. Сейчас мы этим займемся. Тюнинг закончен. Это на будущее можно учесть и улучшить. Соседские велосипеды внушают уважение. Как, впрочем, и Николай. Очень серьезно в этот утренний час. Ну все, идем одевать гидрики. Старт Айронмена. Профессионалы стартуют через 8 минут. Будущие профессионалы через 18 минут. Последнее приготовление, последняя съемка. Все, ребята, следующий репортаж с финиша. Финишный сбор. Вот моя группа поддержки. Лопает бургеры и болоньезе. Ну, а для меня уже Iron Man позади.